Екатерине Егоровой 25. Несмотря на возраст, ей уже пришлось многое пережить. Катя сирота. 11 лет она жила в приемной семье, потом задумалась о своей. Вышла замуж, родила мальчиков. Старшего зовут Кирилл, младшего Тимур. Девушка рассказывает, вначале семейная жизнь была счастливой, но потом разладилась. Идти Катерине было некуда, родственников нет, а с оформлением квартиры, которая ей положена, как сироте, возникли проблемы. Так она попала в центр помощи женщинам «Ты не одна». Так как родителей нету и помочь некому, вот, сначала сама перебивалась как-то, потом узнала о этом центре. Пришла, то есть меня приняли, и вот, мне очень нравится. Меня, во-первых, научили экономить деньги, то есть откладывать, вот, то есть все для детей есть. Центр социальной помощи женщинам «Ты не одна» открылся в Самаре в 2015 году. В учреждении созданы все условия для проживания матерей с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Здесь подопечные не платят ни за еду, ни за жилье. После того, как у них появляется крыша над головой, ищут работу и всю зарплату откладывают, чтобы начать новую счастливую жизнь. Помимо этого им предоставляются консультации психолога. Сейчас в центре живут 9 мам и 18 детей. Иногда это достаточно просто разговора. В последнее время очень часто женщины обращаются за юридической и психологической помощью. Помимо этого мы оказываем продуктовую и овощевую помощь своим подопечным, которые от нас уже выпустились. То есть мы продолжаем следить за их жизнью. И если у них снова оказываются какие-то сложности, они всегда могут к нам обратиться, получить также помощь. Приют для женщин, оказавшихся в трудном жизненном положении, принимает все больше людей, и места уже не хватает. С просьбой оказать центру помощь директор учреждения обратилась к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Сотрудники просят посодействовать в предоставлении дополнительного помещения под второй корпус центра. Этот вопрос парламентарий пообещал держать на особом контроле. То, что я вижу, меня очень впечатляет. Я вижу, что люди здесь работают очень неравнодушные, очень активные. Ну, это не похоже на какой-то благотворительный центр, это похоже на такой полноценный дом, где, видите, все очень уютно, все очень по-домашнему. Мы привезли сегодня вместе с волонтерами необходимые для них продукты, вещи. В Самарской области учреждение подобного типа единственное. За время его существования более 1000 женщин с детьми получили поддержку. Женщины уходят из центра социально адаптированные и, что немаловажно, трудоустроенные. Серьезной подмогой для матерей становится проект «Ты не одна. Старт в новую жизнь», который получил президентский грант. Благодаря этому подопечным помогают получить собственное жилье. Мария Елчан, Василий Колдашов. События.